Большой всем привет, дорогие зрители моего канала! Сегодня будет такое необычное видео. Я покажу вам распаковку вот этих коробок. Все эти коробки наполнены скраб-сокровищами, которые прислали из Америки в качестве такой благотворительной гуманитарной помощи для Украины, для благотворительных мастер-классов, для дома одинокой матери, который будет находиться в Запорожской области, село Богатырево, который еще пока не открыт, и также еще один дом одинокой матери, который находится в Харькове. Собственно говоря, моя задача состояла в том, чтобы все эти коробки разобрать и рассортировать имеющиеся тут материалы, разложить их, что пойдет в какой дом. Также часть этих материалов мне нужно было отложить на мастер-классы, которые будут проходить в нашем храме здесь, в Запорожье, и которые я планирую проводить с молодежью и также с детьми старшего возраста на занятиях воскресной школы. И также сестра Петра, которая была организатором и которая собирала все эти материалы и передавала сюда в Украину из Штатов, разрешила взять и мне какие-то материалы, которые мне понравятся. Но, как вы понимаете, из такого огромного количества материалов выбрать что-то, какую-то небольшую часть, которую можно взять себе, было очень и очень трудно. Поэтому пока я вам сейчас вот в этой первой части просто показываю материалы, которые пришли. Как вы видите, здесь огромное количество скраб-бумаги. Перебирать ее было не перебирать. Я было такое ощущение, что я даже попала в какой-то скраповый рай. На самом деле очень много красивых материалов, очень много вдохновляющих таких коллекций. Особенно меня поразили вот такие огромные наборы бумаги, как вы видите, там по 180 и даже более листов. Даже просто держать их в руках — это одно удовольствие. В данных коробках находились не только целые наборы скраб-материалов, также находились разные обрезки. Вот как вы видите, даже был новый фен для эмбоссинга, который пойдет в дом одинокой матери, который будет здесь, в Запорожской области, в котором буду я работать. Честно говоря, немножко мне так по-скраповому жалко было некоторых материалов, которые придется передавать в Харьков, потому что я не знаю, есть ли там мастера конкретно по скраббукингу, которые будут использовать эти материалы. То есть, скорее всего, они будут использованы просто для поделок. И, как вы понимаете, мне кажется, для поделок можно использовать любую цветную бумагу. Вот, не обязательно для этого должны быть чернила архивного качества, бумага архивного качества. Но, понятное дело, что моя задача была просто рассортировать, разложить. В этих коробках также огромное количество чернилок, огромное количество штампов, но в этой первой части я в основном показываю вам бумагу и также небольшую часть чернил и еще некоторых украшений, а все остальное уже вы увидите во второй части. Также большую такую коробку сложили нам разных отштамповок. Вообще сестра Петра занимается скраббукингом, она изготавливает открытки в технике Clean and Simple в основном, поэтому она очень активно используют штампы. Естественно, что некоторые тематические штампы использованы там буквально по одному разу, поэтому передала нам она огромную коробку этих штампов. Вот, и ну и также будем с ними работать. Вот эти вот баночки мне очень понравились. Баночки я решила оставить себе, ну, по крайней мере, для мастер-классов, для того, чтобы удобно мне было сортировать материалы. Также вот эти баночки с глиттером, также я их пока оставила у себя, ну, просто для того, чтобы не распихивать их по коробкам. Также я их буду приносить на мастер-классы, которые благотворительные мастер-классы для декорирования чипбордов. Вот, а здесь очень красивые такие глиттерные баночки, просто супер, получила огромное удовольствие также от их рассматривания. Здесь в этих кругленьких баночках такой флос или флокс, точно не знаю, как он называется, такой мягенький, как декоративный мох, он разных оттенков, и также есть белые искрящиеся, с помощью которых можно декорировать траву, или же с помощью белого можно делать снег. В общем, очень-очень красиво. Посмотрите также на вот эти прекрасные баночки с глиттером. Были вот этот жидкий жемчуг от Ranger здесь, также разных оттенков. Очень красивые такие, которые можно использовать и для шейкеров, такие как мини-пайеточки. Вот. Также эти баночки с жидким жемчугом, они не новые, они уже наполовину использованы, но все равно еще можно много и много чего красивого из них сотворить.
Поэтому такие материалы я сортировала и оставляла именно для дома одинокой матери, который будет здесь, в Запорожской области, где ими смогу распоряжаться я, для того, чтобы научить ими пользоваться, потому что там в Харькове, ну, как я уже сказала, я пока не знаю, кто там будет работать, как они это будут использовать. Все-таки нужны хотя бы какие-то минимальные знания и представления о скрабукинге. Вот. Дальше, как вы видите, я перебираю коробки с бумагой. Бумаги, ну, действительно, очень много. Она в самых различных оттенках. Есть небольшой пакетик с Братс, здесь вот был приклеен к этим листам. Здесь как винтаж, так и разные яркие принты. Сама сестра, вот так как я немножечко слежу за ее творчеством на Фейсбуке, сама сестра любит яркие оттенки, такой, понятно, американский стиль. Вот. Поэтому также та бумага, которая была вот здесь, она в этом примерно стиле. Такой же был набор какой-то для вырезалки, для детского творчества. Тоже такие вещи пойдут в Харьков. Также были некоторые наборы запечатанные, в которых находились одинаковые листы, то есть много листов с одинаковым принтом. Если эти наборы были распакованы, то по одному листочку там кое-где я себе взяла. Вот. А некоторые такие листы пачками я откладывала для мастер-классов, потому что это, я думаю, что это очень удобно просто брать уже все одинаковые, нарезать определенное количество и с ними работать. Вот, конечно, вот эти вот тоже очень красивые черно-белые теги. Очень много красивых принтов. Вот этот большой набор, также, как я планирую сделать такой тоже мастер-класс с детьми к Рождеству. Здесь такая она, бумага, она как бы не привязанная конкретно к Новому году, но много таких красных, зеленых оттенков, которые можно использовать. Поэтому это я откладывала для мастер-классов здесь, в Запорожье. Вот эти вот рамочки, два набора, такие, как я говорила, в которых все листочки идут одинаковые. Поэтому вот таких рамочек я себе по одному листочку оставила. Вот этот набор тоже мне очень понравился. Такие спокойные оттенки, интересные. Вот фоновые листы тоже красивые здесь мне понравились. Отложила этот набор я, наверное, на Харьков, уже не помню. Такой листочек тоже себе один оставила, и такой. Как я уже говорила, да, много этих одинаковых. На самом деле просто очень-очень такие эмоции большие меня переполняют, потому что, как я уже сказала, попала в такой скраповый рай. А то, что я оставила себе, я покажу вам в отдельном видео. То, что уже будет спокойно дома, потому что потратила уйму времени на перебор этих материалов. Даже машинка, как вы видите, машинка для вырубки, она вообще тяжеленная. К этой машинке также пластины все необходимые. Были также здесь еще ножики. Огромное количество картстока разных оттенков. Вот. Также я оставляла часть картстока для мастер-классов здесь, в Запорожье, чтобы с детьми делать открытки, для того, чтобы ничего не выдумывать с основами под эти открытки. Вот, ножи для вырубки, они будут в следующей части, во второй части этого видео. Вот, ножи я пока все забрала домой, потому что, ну, лежать им в коробках, я думаю, нет смысла, так как мне все равно придется какую-то вырубку делать и для мастер-классов. Ну и, естественно, также пока дом одинокой матери не работает, этими ножами смогу попользоваться я. Вот, очень красивые вот эти, вот эта калька с разными рисунками. Там дальше еще будут такие интересные листы с калькой. Очень много, конечно, целых листов, но также и большое количество таких папочек сестра сложила, в которых есть разные обрезки, которые также можно использовать как для открыток, так и для вырубки, для каких-то вырубных элементов. Вот, это тоже очень красивый, такой на тему отдыха, оно подойдет и для детских работ. А вот этот Тадж-Махал мне прям очень понравился. Красивые переливающиеся листы с глиттерными такими, и есть и матовые, есть и блестящие, есть глиттерные вставки. Очень красивый набор. Все такие нежные листы или же наоборот такие яркие, которые подойдут для детских работ, я оставляла для дома одинокой матери здесь, в Запорожской области, потому что планирую с этими мамочками делать альбомчики для их деток.
Также здесь есть вот такие вот акриловые блоки для штампов, запасные ножи для резаков. Несколько резаков Фискарс было в этих коробках. Вот здесь такой вот один оверлей, тоже очень красивый. И, как я уже говорила, калька. Сейчас вот я ее покажу. Очень красивая, такая матовая. Несколько листочков кальки я взяла себе. Вот она. А вообще из нее можно делать очень красивые и карманчики какие-то в альбомах. Ну и также для декора тех же открыток. Вот посмотрите тоже, какие красивые. Очень красивые такие листы. Я, конечно, повторяюсь, поэтому вы меня извините. Вот. Хочется тоже все это показать, рассказать. Все, кто мимо проходил, так как это весь разбор этот материалов проходил непосредственно в храме, в жилом доме, который находится при храме, и те люди, которые там работают, все мимо меня ходили, все мне сочувствовали, какой объем работы мне нужно сделать. Вот, а я говорила, вы за меня не переживайте, мне все это в радость, потому что действительно, ну, перебирание этих скраб-сокровищ, я думаю, для любого скрапера это большое-большое удовольствие. Также вот еще одну новую коробку я открываю. Здесь вот эти вот наборчики разных вырубных элементов. Очень много нарубленных таких мелких. Также то, что я уже говорила, это разные кусочки, разные обрезки. Но думаю, что именно если для детского творчества, то вполне они подойдут. Еще один огромный пакет тоже. Там и открыточки ручной работы попадались. Видно, которые также сестра проводила, мастер-классы делала. Вот. Также здесь у меня немножечко смещена камера. Я прошу прощения, но думаю, что все равно все видно. Потому что, как я уже говорю, я спешила. Огромный объем работы. Здесь конверты. Очень много, кстати, было в этих коробках конвертов разных форматов, разных оттенков. И белые, и разноцветные, и бежевые. А штампы в основном все вот такие деревянные. Очень удобно их использовать. Но я так поняла, что в основном они в Штатах предпочитают именно такие на деревянной основе резиновые штампы. Еще одна коробка тоже с бумагой, с разными обрезками. Я, честно говоря, даже все подробно и не пересматривала, потому что просто пересмотреть все это было невозможно. Состариватель, кстати, здесь был, тоже собрала его пока себе, потому что я не представляю, кто и что с ним будет делать. А вот это вот металлические такие штучки, это для... как-то, не знаю, как это называется, для холодного эмбоссинга. То есть это по принципу, как мы в детстве, я думаю, все переводили монетку на бумагу, когда кладешь монетку под бумагу и сверху карандашом вводишь, то появляются такие орнаменты. Здесь, в принципе, то же самое. Берется деревянная палочка, и на таких трафаретах сверху кладется бумага, и с помощью этой палочки передавливается, и получается такой эмбоссинг. Также там нож один завалялся, пока я его туда тоже сложила. Вот такие интересные эти трафареты. Наборчики тоже какие-то такие были запакованы для создания каких-то декоративных штук. Вот это, например, такой идет рулончик, как для записи. Рулончик по типу того, как, который стоит в кассовом аппарате. Его закрепляешь на такую досочку, декорируешь ее, и можно делать какие-то заметки, постепенно отрывая от этого рулончика. Как вы видите, там тоже внизу огромное количество этих деревянных штампов. Вот, выгружаю я снова бумагу. И вот я просто уже сортировала так даже иногда не глядя. То есть просто разделяла по принципу равенства. Вот. Тачиборд тоже такой начатый набор. Два листа туда, два листа туда. Потому что если каждый лист перебирать досконально, то на это бы ушло даже не полдня. Я на это потратила полдня и очень спешила.
чтобы побыстрее это все закончить. Но, наверное, если бы я это все так дотошно перебирала, ушло бы на это намного больше времени. Также были журналы по скрапу с разными мастер-классами, с разными идеями. Эти журнальчики я положила в посылку, которая пойдет на Харьков, для того, чтобы они могли, если они не знают, что такое скрапбукинг, для того, чтобы они могли хотя бы по журналам какое-то представление сложить и, может быть, даже что-то попробовали сами сделать, чтобы все-таки не просто это были какие-то флажочки, не просто елочки, вот, а что-то было интересное и красивое получилось из этой бумаги. Еще один журнал, вот так их тоже мельком пролистала, потому что рассматривать, конечно же, времени не было. Вот во второй части также я покажу вам другие материалы, там будет очень много штампов, будут декоративные украшения, будут ленты. Так что, чтобы не пропустить мое следующее видео, не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Надеюсь, что вам тоже было сегодня интересно посмотреть все эти скраб-богатства, которые мне удалось даже в руках подержать. А я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока!